Глава 11. Наш друг. Гринфилд, 27 июля 1951 года. Если я не ошибаюсь, это одна из самых крутых глав в игре. А это еще кто? Хотя очень странная. Если сравнить ее с другой главой из другой игры. Ну почему я не могу в трусах открыть? Я хочу, это мое личное пространство. Что в этом такого? Ну и что я мафиози? Вот именно, я мафиози, я могу. Эй, Вито, 100 лет не видались. Ага, 100 лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Сядьте в машину вместе с Генри. Так, окей, на подоконнике второго этажа, понял. Что Клименто убит. Слушай, Вита, я знаю, что не буду говорить, где, чтобы не спорить никому. Следующий сцена на плейбой, я имею в виду. А мне-то какой? В каком конкретном доме? Ну да, слушай насчет твоего ухода. Клименто с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. Куда мы едем? И что нового? До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Ну, я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Ники. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот самый. Голосочек, как у Мини Мауса. Ага, да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Что машина едет? Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Окей, поехали. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше, дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И так и не говорите, что там стена. Не переживай. Так и не говорите, что там стена. Ты сделал то, что должен. Fuck my life. Серьезно, здесь стена? У вот так все закончится? Нет. Что ты выбрал не ту работу. Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. Машина должна проползти. Да. Найс. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? Вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Я все собрал. Что, на дороге не умещаешься? Угу. Едем в обход. Куда игра мне говорит ехать? Она не понимает. Посмотрите, посмотрите, что творится с радаром. Она такая, воу, что происходит сюда? Я сюда. Она, знаете, как такса. Да как такса, которая встретила хозяина, которого не видела 3 года. Такая, куда? Сюда, здесь, что? Это было ДТП? Или нет? Нет, у меня не ДТП, окей. Тут коп. Фак, у меня было ограничение скорости, что ли? О, я бы так вылетел шикарно. Погнал я, в общем, от этих копов. Хераси, это чило разгоняется-то. Эй, Вита, полегче, ты уж слишком разогнался. Нервничай, я спешу. Ну, блин, они все как меня останавливают. Затрахали, слушайте, они все такие... Все такие законопослушные, капец, а вот убивать людей это нормально. То есть проехать на зеленый, на красный, это капец, в общем. О, коп-то как, слышите, остановился просто. Парень сейчас меня спас от 50-долларового штрафа. А я мог врезаться и сказать, мол, ты чё, э? Ты чё, козёл? Козлы. Я твою тачку тут немножко разбил, сори. Бывает.
Эй. Привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну да, не вини Джо. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи. Он собирается на нас наехать. А я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клемента. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клемента. Но надо же. Насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует. Если только они сами не станут дурить. Ладно. Так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клементе. Настоящий профи. Да. Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вито говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не у дел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клементы и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать, просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вито, на сегодня пока все. Но заезжай завтра, договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Предупредить Лео. Я помню жопу этой миссии и помню, как ее проходить. Здравствуйте, мне нужна ваша точила. Извините. Но дело срочное. Баба, вали нахер отсюда. Черт, он там скоро будет уже? Естественно, это самая медленная точила в истории, по-моему. На которую я сейчас сел. Лео, какого хера ты такой быстрый? О, фак. О, черт, 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 подождите, направо. Надо было тормознуть. Да ты издеваешься, что ли, а? Я подумал, что он дальше поедет или направо. Ладно, зато копы не штрафанули за превышение скорости. О, фак. А вот и копы. Нужно было тормознуть. Иначе никак. Иначе, чтобы далеко ехать? О, фак, my life. Слишком, да, леко. О, черт, коп. Я проехал мимо. Него! Окей! Я что-то перепутал дороги. Подождите. Все нормально, я успеваю.
У меня еще половина времени. Все отлично. Все отлично. Если ты скажешь, что не отлично, идите в жопу. О, надо переодеться, я думаю. Зато у меня абсолютно потрясающая одежда для такой работы. Не спотею. В рубашке и брюках. Музыка клево играет, подгоняющая. Естественно, это говно сбирается 300 лет на эту сраную, вонючую, серпантинную, сраную трассу. Я уже сказал, что у вас сраная. В доме Лео два журнала. Один на подоконнике на втором этаже, второй где? Как так? Почему? Что? Чего игра так рано начала тикать? Не-н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 е, крошка! Не надо! Плиз! Что? Иди в жопу, я уже тут! Я уже тут был! На корзине для белья. Подозрение в угоне машины. Ну охереть теперь. Вас понял. Хера себе, не беру преследую. Нахер идите. Ясно. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Охереть, мне нужно бы просто ворота сломать. Вас и все, понял. Я уже был бы там. Уже бы время закончилось. Рост 6 футов, просто вот не хватило микросекунды. Не надо было останавливаться на сраных копах. Ну блин. Что за невезение? 6. А у вас бы так не получилось. Стой, где стоит? Ни у кого бы. Я особенный. Если, конечно, ворот подождать, пока истечет половина времени. Не знаете, у меня такое подозрение, что на разных сложностях разное количество времени дается, чтобы доехать. Или столько же. Потрясающий вопрос в чате. Как они в тачке определили его рост? Экстрасенсорика, они руками останавливают точилы. Ты спрашиваешь, Да что ж такое, у меня что-то ш не выговаривается. А ты спрашиваешь, откуда они знают мой рост, когда я нахожусь в тачке? Да, охереть, еще и занесло ее. Не, ну это я, скорее всего, опоздал в прошлый раз, потому что врезался где-то там. Дается разное время, окей. Ну, часы не тикают, так что... Да иди ты в жопу, а! Серьезно. Еще и копы за мной. Мне нужно замедление времени. Сейчас. Фу! Лео. Успел! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай, пока не схватал. Лео, убери пушку. Это я, Вито. Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорее собирайся, за тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут. Уходи отсюда. Что? Это еще с какой Ну, я могу налажать сейчас. Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Пытаясь найти журналы. Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками. Все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Все?
Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно, они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся быстрее, пока он внизу. Так, подоконник, второй этаж. Я знаю, тут есть, короче говоря, корзина одна. Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Здесь надо вот эту корзину заюзать. Эй, может, в душе спрячемся? Это не самая разумная идея. Все в порядке, Генри, без паники. Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернетесь за мной. The fuck? Еще? Все, я просрал? Или нет? Что мне делать? Ну блин, он быстро меня нашел. Я даже не успел взять. Переиграть как? Перезапустить главу? Я что, дурак, что ли? Но сначала давай уберемся. Вы что, шутите, что ли? Мне из-за какого-то говна надо переиграть главу? Бляха-муха, а. Вау. Отлично просто. Найс. Я все успею найти в этом деле. Охереть просто. А, ну, на, ну окей, окей. Сейва не было. Нормально, можно так сделать. Все нормально, все нормально. Я перестал рейджить. Где этот сраный журнал? Окей. Нужно было просто, скорее всего, там, на том ресурсе, на котором, про который я вам говорил, было написано, пройдите назад после того, как прошла катсцена, и вы найдете журнал. На подоконнике на втором этаже. Тут много подоконников, и это все второй этаж. Народ. Эй, может... Окей, второй. Это не самая разумная идея. Отойди. Вито! Да! Что? Охереть. Шагать тихо, стелс-режим не помогает. Ну или я хз. Потому что я когда пробовал стелс режимом пройти, первый раз проходил, меня он спокойно находил. Спокойно просто, на изичи. Простыни! Поехали, давай. Вяжем крепче. Ну это я помню. Ладно, ты первый, Лео. Эй, проклятие. Лео! Старый я уже для чуть этого. Потише. Ты меня сам в грудь загонишь. Давай, я иду следом, пошли. Он хоть не пришел переигрывать всю главу, уже хорошо. Господи, это дыхание. Фак. Ладно, что дальше? Ну, для начала драпаем. Кто бы спорил. Вот мать его! Ладно, Вито, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но кстати, пора и а напомните, что будет, если Генри поймает? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ну да, кстати, ты неплохо. Расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной. Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Он не убьет Лео. Сяду на первый же поезд в Lost Heaven. Не, я имею в виду, что дальше? Банков, утрясу дела, а геймплей-то что? А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на покой.
Вот доживешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не изменится. Он драчун. Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа... И мне надо бы просто их увести, и все. Пожалуйста, а, окей. Меня. Жаль только, что ты... На геймплей это не влияет. Завяз. Ладно, понял. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вита. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Хорошего отдыха, старина. А, то есть я зря парился за это дело, что ли? Мне... А я подумал, что все, миссия закончилась. Нам было кат-сцену, наверное, посмотреть, да? Я что-то запаниковал. Подумал, ну все, капец. Отправляйтесь домой, окей. Это вся глава? Клёвый рок-н-ролл. Okay. Правда, забанят на Ютубе. Сколько раз я это уже сказал, то, что забанят на Ютубе? Да как так? Просто вот, вот чуть-чуть задел. Вот, прям, знаете, я миллиметровщик наоборот. Ну ладно, хорошо. Не миллиметровщик, наоборот, слишком что-то как-то криво вожу. Следующий журнал мужика между ног сказали. Окей. Okay. Я не знаю, как вы узнаете... А, где конкретно он лежит, но хорошо. Ой, эта тачка останется... Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Откуда? А, точно. Вас понял. А, ладно, понял. Понял, меня же до сих пор ищут. А то есть, если я переоденусь, то как бы у меня будет совсем другая внешность, да? А чё я с ограничением скорости-то иду? Научился. Твою мамку тоже научу. О, oh, fuck you. Франни, что ты тут делаешь? За мной полиция! Я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа, почему? Он бьет и гуляет все время. И где он бьет тебя? Нет. Но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью. Нет, Вита, не надо, прошу у тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Где он? Я не знаю. У него есть друг, где-то на Ривер-стрит. Обычно успокойся, он у него будет сидит. Хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита. Но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски, идет. Я тут в стелсе. Подожди, меня полиция ищет. Сорян. Все, я такой. Буду сейчас подходить и говорить им: What are you buying? What are you selling? Естественно, ее ищут. Надо номера перебивать. Возьму эту. Эту никто не ищет. Пойду разбираться, сейчас, короче говоря, кому-то наваляю нахер. И нахер, и не нахер, всем наваляю. И всеми возможными способами. И куда только возможно. Нет, давайте другое что-нибудь. Вот, центральное радио Empire. А чё, хитов старых лет-то нет? Отличный хит старых лет, называется «Рычание движка». Копятник? Не знаю, по-моему, кто-то там делает вот так вот. Это вся музыка, которую я слышу на данный момент. А, привет. What? А. Ладно, хорошо. Луиджи. Луиджи! Луиджи, Скетта! Вы бы хоть забрали всю эту почту. Козлы. А, понятно, я слышу даже музыку. Затрахали его.
Алис Бенд там живет, понятно. И храпит просто капец. Выноси готовенького. Я не знаю, что ты с этим делал, но я, пожалуй, заберу. Мало ли, может, там что-то клевое. Надо как посмотрел, мол, что надо. Это все? Здравствуйте. Наслаждайтесь. Поговорится в курином парне. Ты чё, нарваться хочешь? Херасе там, слушайте. Такое чувство, что они выблевывают свой мозг уже. Здравствуйте. Кого перестрелять нахер? Эй, Эрик. Чей авторитет я сейчас должен уважать? Где Эрик? Эрик вроде как на кухне. Ну, вроде он там занят. А, вон он, вижу. Я скотина, иди сюда. А, я смотрю, ты занят. Очень сильно занят, я смотрю. Насколько сильно ты занят? Ну, пока что не сильно занят, но... А, поговорить я думал сразу отхерачить. Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Хераси. Я тебе покажу, как бить женщин. Херач. Сейчас он мне покажет. Давай, давай. Отличная музыка, кстати. Давай, погнали. Еще давай. Привет. Быстро я его уделал. Ай, ооо, нихера себе, как он упал. Видели? Слушай внимательно. Харри, я... Мою сестру на ремни порежу. Кухню. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дурь, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастна... Господи, меня сейчас затрахают за эту музыку, которая на заднем фоне играет. Ясно. Можно говорить чуть погромче? Коп! Пожалуйста. Почему музыка так, у тебя ребят, идет на одном же тоне, что а и ты? С этим типчиком никто больше тусить не будет, никогда. Этот типчик теперь лифчик. Я вернусь и с вами делаю то же самое, всем ясно?